Здравствуйте. Здравствуйте. А в вашем городе есть бетономешалки в цветочек? А вот в городе Санкт-Петербург, где живет поэтесса Анна Игнатова, есть такие машинки. И Анна написала о них стихотворение. А Владимир Полянцев из города Мурманска написал музыку. И получилась песенка «Бетономешалка в цветочек». Когда на душе кровоточит, мне снова надежду на счастье внушит бетономешалка в цветочек. В железном потоке она промелькнет, изящная, как мамонтиха. Народ изумленно к окошкам прильнет и станет в троллейбусе тихо. Сдачу кондуктор мгновенно найдет, без жалоб и без проволочек. Когда за окном, как букет проплывет, бетономешалка в цветочек. Бетономешалка в лиловых цветах, строительный кран в ярко-рыжий. Уже не в троллейбусе ты, а в мечтах, не к дому, а к счастью все ближе. Обычное дело в нашем городе.